Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы и случайные зрители. Сегодня продолжим тему по применению хлорки в аквариуме. Но на этот раз для очистки цветного грунта, декораций, а также у зрителей появился вопрос, почему мы не рекомендуем применять хлорку для чистки кораллов. Как мы уже говорили, 250 грамм белизны на 10 литров воды для очистки цветного окрашенного грунта, различных гротов и искусственных растений допустим. Самое главное, не трите окрашенные предметы щеткой или еще чем-либо. Более того, цветные окрашенные гроты даже замачивать в хлорке не надо для того, чтобы повредить краску. Даже если такой грот просто достать из аквариума и протереть губкой, краска достаточно легко слезет. Но это совсем не значит, что после применения белизны грот полностью облезет. Совсем нет. Что касается грунта, в большинстве своем краска используется более качественная, плюс на натуральном камне намного лучше держится и почти не облезает, даже если ее тереть. Данный способ очистки хлоркой также применим. Ну а для искусственных растений можно применять вообще не думая о вреде. Теперь хочется передать привет каналу «Живой аквариум» и более подробно поговорить о том, почему не рекомендуется применять данный способ очистки для пористого грунта и кораллов. Конечно, многие используют такой способ очистки. Более того, в плане бурых и зеленых водорослей кораллы вообще проблематичный декор, особенно в тех аквариумах, которые мы называем псевдоморе. Ведь именно в них красивые кораллы играют исключительно важную и основную роль в декорации. Обладатели таких аквариумов зачастую применяют этот метод чуть ли не раз в два месяца. При этом далеко не каждый коралл поддается стандартной механической чистке, однако нужно понимать, что благодаря пористости хлорка легко может попасть в труднодоступные места, из которых впоследствии не всегда удается вымыть, смыть или отмочить обычной водой. При этом очень хорошо, если аквариум большой, скажем от 150 литров, то есть общая концентрация хлорки, попавшей в воду, будет не так заметна и ощутима аквариумными жителями. Но если у вас аквариум до 100 литров и при этом кораллов много или он большой, ничем хорошим это не закончится. Отметим, что допустимая норма этого вещества в воде 0,25 мг на литр. Мгновенный летальный исход наступает при концентрации 1 мл на 1 литр. Это огромный показатель. Но не стоит думать, что если концентрация хлорки ниже 1 мл, то это никак не скажется на обитателях аквариума. Токсичное действие хлорки в высоких концентрациях достаточно легко определить визуально при наблюдении. Появляется слизь на жабрах, признак отмирания жаберных тканей, плюс начинают разрушаться плавники, да и сама рыбка постепенно начинает покрываться слизью. Если есть аквариумные растения, то высокое содержание хлора начинает их медленно, но уверенно обесцвечивать, после чего начинается отмирание клеток.
Более низкая концентрация хлорки, но превышающая допустимую норму, влияет на рыб иначе. Визуально действие хлорки не видно, что усложняет задачу понять, хорошо мы отмочили хлоркой пористый грунт, коралл или нет, но не менее опасно. Увидеть воздействие на организм хлорки чуть выше допустимых норм помогает только микроскопия. Проникнувшая в организм хлорка разрушает слизистые оболочки и мембраны органов. Помимо этого, связывает кровяные тельца, нарушает кислородный обмен. Данные процессы происходят достаточно медленно, 2-6 месяцев, и зачастую обнаружить это можно только после гибели рыб. Конечно, если удалось вовремя понять, что что-то не так, необходимо сразу делать подмену воды или отсадить рыбку. Однако здоровье рыбки будет подорвано, что в дальнейшем сказывается на ее иммунитете. Как вы уже поняли, обрабатывая белизной пористый грунт и кораллы, есть риск. Пусть он небольшой, но он есть. Мы прекрасно понимаем, что нас смотрят не только профессионалы, но и любители. По этой причине мы не имеем права рекомендовать данный способ для очистки пористых грунтов и кораллов. На этом видео подошло к концу. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания.